О, да! Приветствую вас, друзья! Сегодня мне пришло 14,5 тысяч на мой Payeer кошелек в проекте Апельсин. Сейчас, на данный момент, у меня заработано 24 820. Сейчас мы обновим страничку и посмотрим. 39 420 рублей. Откуда они взялись? Я же теперь уже на третьем столе. Верно. Кто не покупает верную дорогую матрицу за 1450, тот не получает таких доходов. У Ольги закрылся второй стол, она перешла в третий, и с этого я получила, согласно маркетингу, вот такую сумму. Вот смотрите, история 14 264 рубля. Ну, помимо этого еще 148 реферальных. Вот, Апельсин Мани. И сейчас я буду выводить эти денежки себе на карту. Нажимаем «Перевести». Выбираем систему. Банковская карта. 3,9% плюс 45 рублей. Пишем здесь номер карты. Вводим сумму. Все, перевод успешно выполнен. Нажимаем «История». И чуть попозже мы увидим, что денежки пришли уже на карту. Вот так можно зарабатывать в проекте «Апельсин». Финансовый отчет тоже посмотрим. Вот выплата реферальных. Вот 14 400. Третий стол на кошелек. Ну и так далее. Вот за сегодня 30 рублей, 30, 150, 14 400 и 20. И еще 150. И так каждый день. Вот 30, 29. Ссылочка будет под этим видео. Всем пока-пока. ПС. Пока писался этот ролик, пришло еще вот 1 октября 3120 рублей, 29 рублей 148. Это все Апельсин Мани у нас так работает. Еще зашел партнер на три матрицы. Давайте посмотрим. Вот от Payeer пришло оповещение. Итого заработано 42 770 рублей за 2 недели. Вообще крутяк. Мои матрицы. Смотрим Гамлин. Все, вот два человечка перелились сюда. И ей капнуло. Тоже здесь 900 рубликов. Так, Верну я показывала. И Салустиана. Вот у меня заполняется стол. Все, вот теперь пока.